Следующим праздником является Йом-Кипур на иврите, или День Искупления, да? Да. День Искупления. Да. Это... Вот что это такое для мира? Для мира День Искупления, когда проявляется вообще-то в мире огромное зло, и мы перед ним ощущаем себя полностью бессильными. И ничего не можем сделать, только как просить, чтобы высшая сила нас уразумила, помогла бы совладеть со своим внутренним эгоизмом. Вот это зло проявилось, да? Да, да. Вот это, о зле вы говорите, а в нашем? То, что в нас? Конечно, в нас. Да, ощущение было, что вы говорите, злая сила какая-то нет, проявилась. Нет, ничего внешнего нет. Угу. Откуда в мире ты видишь? Все, что есть в мире, это только отголоски того, что происходит в нас внутри. То есть я раскрываю в себе зло уже, да? Раскрываю, что это самое страшное, что только может быть. Да. И что я прошу? Я замираю, я... Я отрекаюсь от него, я не желаю его использовать. Это и есть смысл Дня Искупления, Йом-Кипур. Красиво. Да, то есть я не использую никаких своих желаний эгоистических, никаких. И делаю на них сокращение, на все эти желания. И поэтому внешне это определяется, что я не ем, да? Да. Вот, все, отменил себя. 5 запретов, да. 5 запретов, я отменяю себя. Как результат этого, к чему я должен прийти? Вот если это случилось, если я смог потому это сделать. Что ты перестал работать со своим эгоизмом. Угу. Вот. Я не на него пошу, да, я не работаю на него. И тогда ты начинаешь строить свое отношение к миру только с точки зрения добра, связи. Это как бы характеризуется тем, что ты строишь шалаш.